Иван Фалеев написал, что кажется ему, что будет экспресс-запись. Ну уж почти нас своим великодушием. Пардон, не ту кассету ставили, сейчас. Сейчас. Добрый вечер, ребята, если можно его назвать таковым. StopGame.ru, Outlast, и из ваших голубых экранов доносится Андрей Артамохин. И Глеб Мещеряков. Вот это у тебя вступление сегодня получилось. Как никогда хорошее. Да. Очень хорошее. Понял вас, Камара. Подавился языком маленько. Бывает. Я специально сделал игру погромче, и я забыл совсем сказать, что, ребят, давайте для чесноты, чтобы все были... Ну, мы поняли, в одинаковых условиях, да, Андрей, это не хотел сказать. Как думаешь, вот в эту кабинку среднюю пойти, нет? Да, да, конечно, мне-то чё. Чё может быть хорошего, действительно? Что это за звук был? Это у тебя, Глеб? Нет. Что ты имеешь в виду? Ладно, ребят, я, наверное, не буду вам мешать. Закрою дверь. Нет, дверь не закрывается. Песнопения какие-то. Так, а мне, я не понимаю, мне нужно сюда идти к ним, я не хочу к ним идти. Да, а чё они вот сидят спокойно, смотрят телевизор. Только там что-то, по-моему, да? И передачи. Мне интересное показывают. Да. Опять повтор. Мне кажется, я с ума сойду. Так, этот все еще спит. Антон Шульгин на... Ты меня напугал, Антон. Run for your fucking life. Так вот, Антон Шульгин сделал замечательный каламбур. У них плазма вся в плазме. Так. Нажал на рычаг, в шкафчик залез. Там что-то есть в конце? Когда комментируешь свои действия, у тебя получается все гораздо лучше. Жми, жми, видимо, дерьмо. Видимо... Зачем? Не знаю. Два бензонасоса. Ну ладно, окей. Идут минуты съемки, насколько я понимаю. Дит, как ты меня заметил? Как ты меня заметил? Ты не мог меня заметить. Я так не играю. А я в темноте. А я выключил свет. А я вот сюда побежал. И за углом теперь. Не тот ящик, лошара. Та-та-ра-та-та-та. Подожди, отвали. Давай, двери закрывай. Куда же я? Куда же я запитание-то запитал? Ах ты урод. Нет, 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 not today, sir, not today. А в тупик-то зачем я прибежал? А тут есть... А, вот в этом-то изъян. Так, а я обогну вот эту хрень и подберу батарейки. Как, не ожидал? А что я сделал? А, запустил генератор, точно. Фух, я же все это делал. Ради того, чтобы вернуться. Ну да. Так, я дал свет, может быть, теперь можно вызвать лифт. Это не лифт. Не лифт ведь? Кричал и пролетел. Мне комфортно здесь, кстати. Я бы здесь и остался. Здесь светло. Мягко наверняка. У них же мягкие стенки. Может, нужно квест у кого-то взять? Нет, плохая квест, идея. Квест, да. Сходить еще в магазин, купить броню. Да я опять залезу в шкаф сейчас. Секунд. Давай, иди сюда. Точнее, я, конечно, секунд в данной ситуации, но... Ну, как бы прикольный. Урод, на меня идет.
Бегу назад, я... Тут еще один урод! А тут еще один урод, а я в окошко. Каково вам, а? А в щель? А как насчет в щель? В очередной раз. Вообще. Я как-то говорил об... Гарвилл 10 спрашивает, да. Зачем ты смотришь на меня сверху? Я вижу там какой-то свет, знаешь, как я Глеб сделаю? Я выключу свой фонарь. И поплыву туда без фонарика. Вот это ты крут придумал. А я бегу и не вижу, даже если что-то страшное происходит, а там кто-то ползает по воде. Глеб. Да. Я бегу, короче, мерзость, согласен, кто бы это ни сказал. Я как лошадка сейчас заговорил. Да-да-да. Пусти, пусти, пусти меня, дружище. Нет. Нет. Какой ты красивый. Осталось. Беги. Беги, чувак. Беги, как ветер. Ползи, как ветер. Ха-ха. Нет-н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 ет
находишь время еще развлекаться. Вот молодец, настоящий оптимист. Кто-то рубится в дверь, а мы потихонечку будем закругляться. Да, в расслабленном темпе. Это был stopgame.ru, долгожданнейший Outlast. Работали для вас мы, Андрей Артамохин. И Глеб Мещеряков. Всем спасибо за просмотр. И всем спокойной, насколько это возможно, ночи. Let it go, wasted and worried and low, let it go.